Кредиты в рамках дорожной карты занятости стали хорошим подспорьем для десятков уральцев. Большинство участников программы – это безработные. По условиям займа для раскрутки собственного дела они получают 1,5 года кредитных каникул. Батагоз Базарбаева встретилась с одними из первых, кто получил помощь в этом году. Керамзит и бетон, бордюры и брусчатка. Небольшой цех по выпуску стройматериалов Гарифулла Кадыралиев открыл 2 года назад. 3 миллиона, полученных в рамках программы занятости, потратил на покупку оборудования, расширил производство. Теперь у него работает 10 человек, выросли и объемы выпускаемой продукции. Есть у нас желание, чтобы то, что мы производим, чтобы не то, что по нашему, по евростандарту соответствовало, чтобы желательно. Мы к этому стремимся, идем и будем добиваться. Если со стороны государства поддержки есть, будет все время так же. То есть мы будем добиваться. Льготным займом воспользовался и пчеловод с почти 50-летним стажем Виктор Седов. Он приобрел около 1,5 пчелиных семей, расширил свою кочевую пасеку. Сейчас она на подсолнечных полях. Я скажу, хорошие помощи оказали. Я же собрался племенную пасеку делать, а мне теперь я не успел племя взять. Я беспородную взял пчелу в этом году. Мне теперь на следующий год придется 1 миллион по-любому оставлять. В следующем году пчеловод намерен заняться производством маточного молочка. Для этого купил электростанцию. В планах приобретения солнечных панелей и холодильников. В сезон на пасеках при Урале собирают до 20 тонн степного меда. Самого вкусного и полезного для здоровья. Чем ценится мед здесь? То, что они собирают с разных трав. Разнотравие называется мед. То есть в Казахстане здесь много разной травы. Поэтому у нас ценный мед считается. Это, ну, в других сажают, вот это уже не такой мед. А когда они собирают именно с диких, с луговых трав, мед считается более полезным, то есть там больше витамин. Если в прошлом году микрокредиты для развития бизнеса в пригородных селах получили только 12 человек, то в этом году комиссия рассмотрела свыше 100 заявок, отобрано 27 проектов. 3 миллиона тенге прокредитовали под 6% на 5 лет. То есть льготный период у него получается 1,5 года, практически данный предприниматель не будет абсолютно платить ничего, то есть не на оборотный капитал. В целом на кредитование бизнес-инициатив уральцев в этом году в рамках программы занятости предусмотрено 80 миллионов тенге. Открываются мини-цеха, пекарни, ателье. Люди получают возможность реализовать свои умения, получать доход, пусть от небольшого, но собственного дела. Ботагоз Базарбаева, Булат Шарылгасов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область.